Здравствуйте, с вами XBT.com. Мы находимся в офисе Huawei, чтобы рассказать вам о новейшем флагмане производителя, смартфоне Huawei Ascend Mate 7. Вот он у нас в руках. Обратите внимание, симпатичный глянцевый корпус. Сзади металлическая пластина. Тоненькие рамочки. Сам корпус тоже довольно тонкий. Несколько метров всего толщиной, вот можете убедиться сами. Основной особенностью смартфона является датчик отпечатков пальцев. Вот он здесь сзади находится. Этот датчик реагирует прямо на прикосновение, он не прокатный, как, например, у Samsung. И это весьма удобно. Вот, смотрите, мы заблокировали телефон, заблокировали. Теперь мы подносим палец. И вот он перед нами, новый интерфейс Emotion UI 3.0. Рассмотрим смартфон со всех сторон. Справа видим кнопочки, регулировки громкости и выключения. Слева лотки для microSD и сим-карты. Сверху разъемчик для гарнитуры. А снизу, соответственно, посерединке у нас microUSB. Спереди мы можем оценить, что рамки смартфона очень узкие. Как я уже сказал, это правило хорошего вкуса среди флагманов. Внизу логотипчик Huawei, наверху фронтальная камера, динамик и, насколько я понимаю, индикатор яркости датчик для автоматической регулировки ее. Так, перевернем. Сзади камера, рядом с ней вспышка. Вспышка с одним диодом. Так, по заднюю стенку сказали. Переходим к операционной системе. Разблокируем смартфон с помощью отпечатка пальцев. Фирменный интерфейс Huawei Emotion UI на этом смартфоне третьей версии. Отличительной его особенностью является то, что все приложения вынесены на рабочие столы, а не на отдельный экран. То есть мы комбинируем здесь виджеты и, собственно, уже сами приложения, не их ярлыки. Ну, конечно же, и приложения можно объединять в папки, выстраивать как вам удобно. Выдвигаем слева. Получаем уведомления. Смотрите, здесь рядом с уведомлениями с каждым находится, указывается время, когда оно пришло. Этот таймлайн очень нам показался удобным. Вот. Рядом мы переключаем на значки. Здесь быстрый доступ к разным функциям, регулировка яркости, включение автоматического режима. Приложение для SMS. Открываем. Довольно крупная клавиатура, удобные большие кнопки. Запятая, точка, стандартная клавиатура Huawei на первый взгляд производит приятное впечатление. Так, выходим из приложения. Выходим из приложения в диспетчер последних запущенных программ. Видим здесь настройки, галерею, внизу занятую память. Ну, довольно стандартно это все выглядит, но приятно, что какая-то дополнительная информация все равно высвечивается. В Emotion UI 3.0, как и в предыдущих версиях интерфейса, присутствует приложение для работы с устройством, для настройки устройства полной. Это диспетчер, в данном случае диспетчер телефона. Он позволяет настраивать фильтры сообщений, звонков, ускорить оперативную память. Вот мы нажимаем «Сканировать». Он сканирует то, что можно улучшить, какие процессы можно завершить, какой мусор очистить. И вот показывает нам, что можно удалить. 576 килобайт ненужных файлов мы можем удалить, закрыть одно приложение и еще оптимизировать вручную что-то. И проверяет статус одновременно каких-то полезных функций. Например, режим энергосбережения. Операционная система работает плавно, мы не заметили никаких подлагиваний. Запускаем приложение камеры. Одним из интересных режимов является режим Super Selfie, когда вы можете снимать панорамно с помощью фронтальной камеры. Вот включается режим панорама. Теперь запускаем галерею и смотрим, что у нас получилось.
Что с производительностью? Давайте посмотрим, как оценил смартфон тест Antutu. Вот мы уже протестировали, получилось почти 40 тысяч баллов. Это действительно много на уровне текущих флагманов. Вот в хит-параде он серьезно обгоняет и Galaxy S5, и HTC One M8, не говоря уже о Note 3 и Xiaomi, да. Работа устройства обеспечивается однокристальной системой Kirin High Silicon Kirin 925, которая имеет в своем составе 4 ядра Cortex-A7 и 4 ядра Cortex-A9, которые реализованы согласно архитектуре ARM BigLittle. То есть в зависимости от задач включаются либо 4 ядра энергосберегающих, либо 4 ядра более мощных. Помимо 8 ядер также имеется сопроцессор, отвечающий за работу сканера отпечатков пальцев. В этом заключается отличие от универсальной системы High Silicon Kirin 925 от High Silicon Kirin 920, которая установлена в другом смартфоне Huawei, Huawei Honor 6. Оперативной памяти объем составляет 3 гигабайта. На наш взгляд, новый смартфон Huawei получился весьма интересным и привлекательным. Ожидаемая цена смартфона составляет примерно 25-26 тысяч рублей. И в магазинах он появится в октябре. Я думаю, мы завершаем предварительный обзор. Большое спасибо. Подписывайтесь на канал ATTV. До новых встреч!